Тут про русской мужчине так пишет. Правда, что русские мужчины любят кореянки? Почему? Пишет русские звезды. Русский Леонардо Ди Каприо. Всем привет, это Кёна. Многие мне написали последние дни, Кёна, что пишет в корейских сайтах о России и о россияне. Вот, я решила посмотреть, что пишет в корейских сайтах о русской девушке, о русском мальчике. Вот сегодня приготовила ноутбук. Давайте посмотрим, что они пишут. Naver. Naver это самый большой сайт в Корее. Как у вас Яндекс? Вот, я написала Россия на корейском. Информация показывает сначала, что территория первом месте в мире, говорят на русском языке. Население 9-е место в мире. Православные, мусульманки, католические, евреи. Про Навальный тоже много пишет в корейских новостях. Ой, что такое? В сайте показывает, что корейский айдол Кью Хён, он полетел в Россию и заказал 2 бутылки воды. И он оплачивал 1380 рублей за 2 бутылки воды. А оказывается, он заказал очень дорогие воды. Еще я думаю, это русская версия. Вау. Еще тут написано, когда вы путешествуете по России, нужно знать, газированная вода, не газированная вода. Потому что в Корее у нас редко пьем газированной воды. Но в России я тоже покупала газированной воды и живот чуть-чуть болело. Да. И в России обычно люди пьют Бонаква, святой источник. И в корейской сайте пишут, что в России есть гардероб, можно оставить куртку. Очень удобно говорить. И еще говорит, в России все пьют горячие кофе. В России трудно найти айс кофе, холодный кофе. Вау! Интересно! В корейском сайте пишет, русский и россиянин – это два разных значения. Когда вы говорите на тёной Насте, тогда это русские. А если гражданин России, тогда россияне. Молодец, корейцы хорошо думают. Давайте посмотрим тогда новости о россияне. Тут новости написано. 74% россияне думают, что свое питание это не хорошее. Они решили поменять, кушать больше овощи и фрукты. Да. Ну, это так важно в Корее. Молодец. У нас в корейском сайте есть такая рубрика. Если вопросы есть, тогда можно людям давать. А тут написано, почему так много россияне и русские в Инчоне. Еще один корейец задал такой вопрос, что люди в России думают о СССР. Наверное, корейцам интересно такой вопрос, но я уже давно не кореянка, как вы говорите. В сайте показывают такой похожие слова, которые люди много искали. О, русская фамилия показывает. В Корее очень часто мы читаем русские литературы, а нам трудно запомнить русская фамилия, русское полное имя. Алексей, Александр, Наталья, Наташа, вот это люди часто путают. Тут тоже написано, о, скажите, пожалуйста, русская фамилия как можно больше. Они интересуются. Давайте тогда пишем. Русские звезды, русские айдоли. Ангелина Данилова показывает. Это моя подружка, она очень популярна в Корее, поэтому большинству ее фото показывает. Да, Путин, почему показывает Путин русский айдол? Нет. А еще, знаете, показывает русский Леонардо Ди Каприо. Ну, похож, мне кажется, похож. Когда я написала «Россия», тут автоматически показывает русский торт. Русские торты в Корее очень популярны. Про медовик говорит, тут медовик есть там. Даже в корейском сайте продают русский медовик, торты. Вау, тут написано на русском языке, каждый вкус, выбрать вкус. А еще аленку продается. Аленка стоит за 3 штуки 1800 рублей. Очень дорого, да? Давайте тогда напишем русские мужчины. Россия там, да. Какой-то роман показывает. Русский мужчина и кореянка. Сергей и Арым. Арым, она кореянка.
одна путешествовала по России на поезде. Там ее вещи поднял один русский мужчина, зовут Сергей. И Сергей влюбился в ней первого взгляда. Сергей, как только она просыпалась в поезде, он передал кофе, говорит: «О, такая романтика!» Они поженились так. Один корейец задал вопрос: «Никита – это русское мужское имя, да? А какое ощущение?» А тут ответ очень интересный. Никита – это такое имя, мужественный, как-то мужчина, такое имя говорит. Тогда давайте напишем «Россия, ёжа», русская девушка. А тут показывает слова, которые люди часто искали. «Моя русская девушка», «Моя русская подружка», «Международный брак с русской девушкой». Про русскую девушку я нашла еще интересный вопрос. Почему русские девушки все такие красивые? Ну, мне трудно найти некрасивых девушек. 90% красивые. Но иногда бывает, что они считают сами некрасивые. Это очень смешно. А почему русские девушки такие красивые? Это мне приятно, я не русская. Тут про русской мужчине так пишет. Правда, что русские мужчины любят кореянки? Почему русские девушки красивее? Ну, личное мнение. Да, давайте напишем. Русские блогеры. Россия, YouTube. Она в Корее очень популярна была. 10-летняя русская девушка. Вот я тоже посмотрела ее видео. Она ждала подписчиков на встрече. Но, в конце концов, никто не прошел. Поэтому она плакала и выложила видео в YouTube. Корейцы очень много посмотрели это видео, и такая реакция была: «О, такая хорошая девочка, о, мне жалко нее». Но такая позитивная реакция была. И когда я написала имидж русской девушки, вот такие красавицы показывают. Многие русские девушки работают в Корее моделям, поэтому много показывают их имиджи, мне кажется. Да, еще показывают русский морковный крем. Очень много! Не знаю, мои подружки тоже каждый раз, когда я в России, просят: «Хёна, купи, пожалуйста, морковный крем». Людям очень нравится. Даже в корейской популярной бьюти-программе показывали этот крем. Еще показывает русская погода. Честно, много корейцев думают, что в России не бывает лета. В России только зима. Как только я написала «погода в России», минус 20 градусов. Вот это было, что в корейской сайте пишет о России, о россияне. Мне самому интересно было. И оказывается, очень многие хотят путешествовать по России. Поэтому, если вы увидите корейцев в России, тогда скажите «Аньонгасео». Они с удовольствием с вами хотят подружиться. Спасибо, что посмотрели. Если вам понравилось это видео, следующее видео я сделаю, а что в корейской сайте пишет о Казахстане. Если вы хотите такое видео, ставите лайк и пишите, пожалуйста, в комментарии. Тогда аньонгасео!